Доброе утро. То вот остановился. Цветет липа у нас. Уже вот начало. Видите, еще много не зацвело. А липа уже зацвела. Сейчас утро. Я немножко раньше пчел встал. Градусов, наверное, 15 тепла. То у нас в городе очень много липы. Здесь у меня рядом пчелы стоят. У сына. То видите, вот она только-только некоторые деревья, только-только первые цветочки пошли. Вот видите, еще бутоны. То хорошие липы, очень хорошие, большие. То у нас там целая улица есть, все в липе. Там я в Портленде когда жил, то там липы было три сорта. Одна цвела с 1 июня до 15 июня. Вторая цвела с 15 до 1 июля. Вот и акация здесь. Купили вот, взяли сетку. Вот теперь полочки уже у нас забитые. Завтра придут рабочие. Завтра начнем делать забор. Посмотрите, как она рясно цветет. О, посмотрите, я думал, пчелки спят. Я раньше их встал. Они, оказывается, раньше меня встают. О, сегодня тепло, утро теплое. Посмотрите, как она. Здесь метров 500 мои пчелы от этой липы. Хорошо, это уже некоторые первые цветочки уже вот на отцвете. Вон. И дикая пчелка летает, бамба. Бамбуби. Вон дикие пчелки, он с утра. Идут. Значит, липа выделяет, привлекает пчел. Ну, еще рано, днем. Ну, сегодня мы уже вернусь домой, то сниму побольше о липе. Добрый день. С утра вот снимал липу, а это вот от моего шапа. Ну, метров, может быть, ну, может, 400, наверное. Цветет это цикорий, это посеянный цикорий. Посмотрите, какая громадная карта. А там вот за вот этими деревьями, там мои пчелы стоят. Я тут туда и второй еще тачок подвез. Посмотрите, какая красота, как цветет. Он долго будет цвести. Вот она пчелочка, посмотрите. Именно лезет, мед ищет. Смотрите, видите? Вон, даже две пчелки на цветочек. Именно лезут они, мед ищут. Красивые цветочки. И он, посмотрите, вот я стою, он как лес. 3 метра высоты. Посмотрите, какой высокий. И вот он только начал цвести. Ну как, он цветет долго, наверное, 1,5 месяца он будет цвести, это 100%. То хорошо пчела идет, очень хорошо. То... цвету, посмотрите, сколько бутонов еще. Вот это все будет цвести, 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 цвести. То конкретная красота. Ежевика он еще цветет. Ну, где-то еще, может быть, недельку еще, может быть, ежевика. Там, да, еще недельку подцветет. Но уже не так обильно, но ну, еще бутоны есть. Вон, посмотрите, еще мелких бутонов сколько есть бутоны. Так вот, уже ягода пошла. Пчелка хорошо идет, смотрите. Вот она, пчелочка, летает. Вот видите, три, и дикая. Видите, как они мирно живут? И дикая пчелка, и наша пчелка. Хорошо летят пчелки. Посмотрите, как по ежевичке летит пчелка.
А вот и стрекоза. Попыргошка, попырга. Состыргошка, состырга. Лето красное пропело. Оглянуться не успела, как зима пришла в глаза. Так что нормально. Даже очень нормально. Поле, смотрите, какое громадное поле. А вон ежевика, в той ежевике у меня там пчелы стоят. О, неплохо. А вот за этим полем, сейчас я буду проезжать, там уже должен лук семенной зацвести. А гул стоит. Посмотрите, сколько пчелы летает здесь. Конкретно. Смотрите. Конкретно, как летает пчелка. Идет, посмотрите. Сегодня хороший день. Завтра будет по Цельсию 33 градуса. Сегодня немножко меньше. Сегодня, наверное, где-то 27 будет. Смотрите, как идет пчелка. Как они лезут в цветок. Не пыльцу, а именно мед. Они мед им надо. Они же знают, что мед — это хорошее дело. И им будет хорошо, и нам будет хорошо. Все будут счастливы. Видите, как она прям туда лезет. Красавцы наши. Вот труженики, а. Вот, если бы все такие труженики были, и люди, как пчелы, то, наверное, уже давно коммунизм бы пришел. Посмотрите. Посмотрите. Красота, да и только. Как они вон стараются. Аж буксует, но голову сует туда. Вон они. Труженики наши. Да, цикорий красиво зацвел. То мед в том году неплохо. Они принесли с цикория неплохо меду. Очень даже неплохо меду. Нормально было. Посмотрите, сколько его здесь. Сейчас вот чуть-чуть проедем. И там вот за этим бугорком будет ремень не одел, пищит. Кричит, что ремень давать. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какое дерево красивое. Так оно мне нравится. Это называется обезьяньи хвосты. Видите, улица называется Реутов. Это чисто русская фамилия. Видно, первые они здесь поселились. Вот травичка, а вот пшеничка. А за пшеничкой лучок семенной. Вот оно. Сейчас мы остановимся, подойдем поближе. Вот она карта. И уже, наверное, начнут цвести. Так, а ну-ка, подъедем поближе. Хорошая карта. Так что все рядом. Все рядом. Вот. А вот смотрите, орешек насажено. Много. Садят и садят и садят. Так, ну что у нас с луком? Нет, еще не распустился, но уже... Думаю, если все нормально, вот эту неделю он уже зацветет. А запах какой стоит. О, это красный лук. Поле хорошее. Смотрите, аж тянется куда. Нормально. Даже очень нормально. Будем знать, мы еще и с луковым медом. Они здесь почти каждый год, ну только карты меняют, то
Вот где пшеница, там в том году лук был, в этом году здесь. И вот так вот они карты меняют, меняют, меняют. То нормально. Поедем там сейчас в предгорье. Немножко расставим корпуса, где надо будет. Потом вернемся здесь на Цикории, просмотрим, что будет. Посмотрите, это тоже пчелка ходит. Это, как же ее называют? Вылетела с головы. Лаванда, лаванда, лаванда. Смотрите, какая красота. Я хочу у себя тоже посадить на следующий год лаванды. Может, там с полакры лаванды посажу, и будет нормально. А вон за этими деревьями поле, это клевер. Как раз от моего шапа напрямую, может быть, там, ну, километр 200, может быть, вот так вот всего. То красиво, очень красиво. Не обидел Бог Орегон и Вашингтон. Природы такой шикарнейшей. Посмотрите между рядами ястребинки волосистой сколько. Все желто. Красиво она цветет. Ну там видно на океане. Или с желтой акацией, или вот с ее, там тоже много ястребинки волосистой. Именно печатка идет белая. Ой, не белая, а желтая. С ежевики белая печатка, а это желтая идет.